То есть он берет захват, тебе удобный захват, правильно? Ты вообще не чувствуешь его. А он берет у тебя захват, ты берешь захват и не чувствуешь хорошего захвата. Локтем чувствуешь, что у него есть захват, все. Единственное, он подсеки делает, ты... ничего подсека мне нет, блин, пум-пум-пум-пум, а это что, ну... Нет, тут сразу шейдер, блин, подсекаешь, а? Боюсь. Боишься, я тоже ссыку. Ну так, делай такой прием, так. Который для ссыкуна придумал. Прием для ссыкуна придумал. А? Пытаюсь. Сам есть. Спасибо. Мне не надо. Может, смотри, может не делать, может на какой-то прием вытащить, то есть вытащить на прием, чтобы потом сделать контратаку. Ну что, Влад живой? Будете вечером, постарайтесь ни одного приема не проиграть. Если а стоит, вы стойки не будете. Стойки. Нет, сегодня в стойке. Стой. А там без кимоно, да? Нет, а? В кимоно. Вот там постарайтесь... Не пропускать приемы. Не-не-не, там они да. Все. Вот нам особенно, они только со стойки работают. Еще? Только в ноги лезут, точнее. Им... Ну, убирайте ноги. Ну. Или наоборот, одну, посмотрите, одну ногу отдать, пусть он возьмет, а потом уже... Не-не-не, чебонятку, не спеши. Вот отдал ногу и постоял, сами поработайте. То есть, вот как стоишь, он раз ногу в ноги проходит, раз одну ногу убрал, хоп, он одну ногу схватил. И вот посмотреть, что он будет делать. Там упал сюда, или он что-то делает. Только так ты борешься. Раз, борешься, потом раз одну ногу отдал, все. Просто был турецкий борец, у него одна нога короче, другая нога. Он вот эту больную ногу отдавал, блин, и всех кидал. Все, приготовились, последняя схватка. Что такое, ударился, да? Нос болит? Ну, тебе надо фамилию менять. Фамилию менять надо. Почему? На Месси. Его вчера тоже так долбанули аж. Кого? Месси. Он вчера играл. Дятел, блин. Блин, как дал ему сзади, потом еще и рукой в лицо. Готовы, да? Так. Значит так. Кто схватку выиграет? Готовы? Джимми! Свой захват активнее чуть-чуть, к этому краю, раз дернул сюда, не только ногами, руками тоже надо. Вот, вот, видишь, как он отреагировал, показал вперед, бросил назад. Мате. Отлично, да, чуть в азаре. Нет, пока в азаре, чуть в азаре не на, на ниточку. Не верю. Thank you.
Держать! Че отпустил, блин? Что он крякнул? Потом бы извинился. Ничего не сделал, блин. Блин, поступил, подал победу. Последняя минута. О, ты еще здесь не будет. Можешь посидеть, отдохнуть. Можешь там пойти полежать. Хорошо, поменял захват, если бы не поменял бы. 30 секунд. До свидания. Аккуратно, Артем. Мате? Сора, Мате. Все встали, заправились. Значит, тебе, Артем, раз ты так борешься, то тебе нужно стоять в центре и аккуратно втеснить, чтобы соперник бегал около края. Вот все время, тогда тебя не будут наказывать. Ногами ты так помахиваешь, поэтому и длины. В центре и теснить. Пожалеечка. Так, а тебе... Ой, а вот, слава богу.